и сама песня, и составляющая этого комплекта, вот, ну, просто рассказывает о таком состоянии души сказочника, который мне очень дорого. Вот когда я встречусь с песней, вот тот взгляд на жизнь, который он подарил, что можно быть благодарным летнему дню, дню, в принципе, жизни, что можно так вот относиться, вот с такой вот, с таким полным сердцем, с такой вот широтой души, вот увидеть эту всю красоту и об этом рассказать, подарить нам, слушателям. И так захотелось вот, ну, вот к этой благодарности прикоснуться. Вот тоже вот ощутить вот эту вот красоту жизни и вот быть каждый, по возможности каждый раз благодарным, как он. Вот. И тут такой подарок, видеокнижка. Знаете, вот как она появляется, вот, как вот все это зазвучало. Такое ощущение, что сказка пришла в жизнь. Само оформление, звуки реки, часы. Так все вот сразу наполняет скачанную атмосферу и мотивирует сразу включиться в это действие. И потом, когда я читал сами строки, то это так приятно. Вот в голове, ну, в душе, да, вот в голове, в сознании слова поэта, они живут. Они прямо вот, ну, сказочника. Прямо я их слышу, когда читаю видеокнижку. Но вот произнести эти слова так же, ну вот, вот возможность произнести эти слова, вот отнестись вот так вот к дню сказочному, это так наполняет сердце, столько дарит такое ощущение, что вот это такая вот сказочная учеба происходит. Это так здорово, так радует. Вот. И я очень благодарен, что появилась такая книжка, в которой можно так вот учиться. Потому что сами и оформление, и цвета, и вот музыкальное оформление. Такое ощущение, что это те друзья, которые помогают в эту песню-сказку попасть. Там поучиться, там пожить, и уже с этим наполненным сердцем. Наверное, идти в свой день жизни. Спасибо.